О, с кайфом. Главное, чтобы никого не выкинуло. Все прекрасно. Все. Ну все. Иксбоксеры сейчас офигеют. Три компа против них в пати, все. Это пиздец. Ой-ой-ой. Прекрасная катка. Двое да, патча кстати, из них. Двое патча и все. Так, сек. Ну вы определитесь, может, не знаю, хотите бубасом поменяться? БДСМ, или ты за бубас хочешь? Что брать? 150 стамина, когда дед первую стадию получает? Или когда они это, в приседе, чтобы их рассекречили? В приседе, когда они... Да лучше, если есть перк на рассекречивание, лучше, как по мне, брать вот это. Все, хорошо. Чтобы почаще их видеть. Так, ну все, реди. Давайте, ребят, начнем контент писать. Запись уже запустил, так что разберемся. Давай. Конечно, здесь вот сколько каток поиграл, не сравнить. То, что вот с рандомами, когда рандомы просто тупят, не знают, в какую стену ему упереться, либо же когда играешь в пати, и каждый знает, что делать. Не сравнить вообще. Меня больше всего бесит, когда остался один выживший, ты его ищешь, а он где-нибудь в подвале там. О, кстати, хорошая карта. Мне она нравится больше стандартного дома. Стой! Ой, я уже на ней больше всего играю. По рандому попадается. А что это, скин? Ой, ничего себе, скин на пилу. Он, джентльмен Артём пила. Просто за бубаса много играл. Он просто попадается часто. Ну, нравится ломать все, да. Ну, а чё? А чё бы и нет, да? Не, мне нравится мой перс, потому что он перелазит, как эти выжившие, во все щели и так далее. Ну, кроме колодцев. Ну, а мне этот нравится, потому что постоянно видишь, где суровый. По слуху. Передаёшь инфу и всё. Ну вот. У всех разные персы. Как все закручено. Так, ну все, давайте тащить. Так, что у нас тут? Пока так, с вами это дело. У меня выход надо найти. Найдите выход кто-нибудь быстрее меня. И выключите генератор. Так, я какой-то генератор уже пнул. Это, наверное, генератор выхода. И замок сейчас на него ляпну. Так, я у деда. Кто где? А, я вижу вас. Вы еще в подвале. Давайте, я пока суровы в подвале, покормлю деда. Инфу главное давайте, инфу куда? Куда чего? Куда соваться? Вот у меня один в подвале. Рядом со мной. Так, вижу одного. Они все в подвале спавнятся. В начале. Так. Одного запалил, он в доме. Да. Сейчас попробую через дом в подвал попасть. Где эта херня, я не понял. Как выключить? А, вот. Сейчас, короче, ворота ломаю, все, они закрыты будут. Ломаю ворота. Так, я зашел в подвал, потому что здесь сурвет запалился. Ага, вижу. Что, сломал ворота? Если меня видите, я засек сурва, можете помочь. Да, я бегу. Не, я сейчас занят, я эти капканы ставлю у ворот. Ну ворота всё. Уже сломаны, они не выйдут. Куда пошла? Давай, бубас. Давай, бубасик. Ага, пошло дело. Какой так, теперь кайф, надо да, деда играть? Покормить. Профессионалы на чемпионат. Так. Опа. Уже одного убили. Ага. Чё-ся. Опа. Всё. Главное, а самое главное, расставлено? Не забывайте кормить деда. Это самое основное. Знаете что, тут есть одно... Одно типа ворота, два всего. Всего два. Я пока не понимаю, где. А так, стоп. Так, еще в подвале до сих пор один. Угу. Так, а где наш дед? Я чуть не по. А! Вижу. Опа! Он там возле этой херни сидит. Как же неудобно, что этот дядя не проходит в узкие проходы. Это просто пиздец. А вот мой проходит. Да. Ну потому что перелезет, потом спину сломает. Зачем ему это? Стоп,
Стой, 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 ну-ка, постой здесь. Чё? Так, Бубас один в подвале. Как раз под нами, если видишь, где мы. Так, он к нам поднялся, это Вуди. Вуди, Вуди, у меня. Стоп, 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 я тебя докормлю. Видишь, вижу, где вижу, я? Вижу, вижу, бегу, бегу, бегу. Да вижу я. Чё, что жопа жирная. Бубас, лови. Лови в колодце, подвал, Бубас. Подвал, в подвале. В подвале еще один, к тебе залез. В подвал все дружно. Не, я лучше деда с покормлю. С подвала два выхода или три. Иди, иди. Я его покормил, еще ему покормить, ну, и все. Ну, у меня на фул, я стараюсь именно по соточке заливать. Вот, видишь, типа первая стадия какие-то часы, потом вторая моя рассекречивание и все. Опа, хорошо, что тут закрыл. Это у меня, короче, эти часы будет, значит, что на 40% дольше обезвреживают замки. Это вот эти. О, это хорошо. Вот, вот, так, видите, вон он, видишь где? Вижу. Открывай, да я вижу, вижу. Я бегаю, а вот еще один рядом тут. У тебя рядом? Рядом с тобой? Вот, да-да-да, негр, 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 вот. А где? Бежит! Херачу! Попал! Две тыки нанес. Да кого херачить? Куда херачить-то? Негра, негра, да посмотри, посмотри. Да я всегда за... А, вижу. Все, вижу. Вот, бежит. Вижу, вижу, вижу. Догоняй. Буба тут рядом по звуку пила. Бубас, выйди на улицу, здесь это выжившая. В колодец запрыгнул, опять колодец. В колодец. Третью тыку дал. Три тыки, у него где-то 20 хп. Короче, один по-любому, вот Бубас по-любому должен быть в подвале. Они все ныряют в колодцы и мониторить колодец. Да-да-да, все правильно. А мы должны их выгонять. Иди в подвальчик. Иди в подвальчик, Бубасик. Ну, Артём, ну, ты же знаешь, где эти колодцы-то? Бубас который. Артём, который Бубас. Они наверху, что, наверху. Не-не, они в этом, внизу. Не, я имел колодцы наверху, а там... Нет, выходы, чтобы они падали, я имею в виду, к нему. Да их нашёл. А, один у меня здесь. В дом зашел. А ну-ка. Вуди, помогай. Вижу, 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 бегу к тебе. Бегу, бегу. Давай, давай. Блин, опять. Давай, я не знаю... обходи его, он перелез. Я не знаю, с какой стороны. Давай, давай. Он на улицу вышел. Нет, он не вышел. Я смотрел. Вышел на улице через дырку. Он не вышел. Опа. Сейчас вылезу тоже. Бам через дырочку. Потом бам через вторую дырочку. Вот, все, вижу. Загоняем. Да, блин, я не знаю, с какой стороны загнать. Да я потерял вас. Да вон он у меня, где я? Я убил одного в подвале. Ну, отлично, сейчас может к тебе и этот тоже спрыгнет. Вон у деда, вон он, о, видишь? Вот, вот, вижу, 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 вижу. Который вот залез только что. Поднял. Да, вижу. Или не за этим. Это негр. Он на две тыки максимум. Я его сейчас, наверное, и добью. Ну, отлично. Да, добью. Я что, против, что ли? Вижу, да. Добивай. Бам, все, добил, добил. Ой-ой-ой, я новую убийство поставил, кстати, вообще. О, чётенько. Бам. Заточка в печень. Отлично. Так, все, последний минус. Остался. Сколько осталось? Может, один, у Бубаса последний, не знаю. А деда покормите. Или че он? Да было бы чем кормить, вообще меня я... по нулям. Я думал, когда он этот желтый, то рядом с ним кто-то. Ну просто. Нет, когда желтый? Рядом с ним кто-то, он красный. Когда он так типа в опасности. Я скормлю деда, сейчас крикнет. Тихо, тихо. Опа. А че тихо? Тут же надо смотреть. Пусть орет. А, ну, это я просто. Образно. Так, где? Ну что-то никого не показало. Или я не увидел никого. Ну, надо крови собирать, он где-то в подвале должен. Ну, капканы так, ладно, мои не сработали, значит, так, стой, он не может там он быть. Тут. Он у меня, он уходит, так. Видишь? За мной беги. Я обхожу, обхожу, обхожу. Я не знаю, правильно сюда. Ли, я смогу ли здесь обойти? Но он, по-моему, ушел от нас. Ничего уже. Страшного, я обхожу. Я обхожу. Что-то... Я ж не знаю, бам. Сука, карту еще. Вот он, дверь убивает. Ломлюсь? А, это ты, это ты. Вон он ушел, походу, да? Наверное. Я не вижу его вообще. Вон он у меня, он приседает. Беги, 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 беги.
Ай, он мне дал пизды. Ты чё? Помогай, блевяш. А он присел еще. Нет, все, он, наверное, ДБД. Убежит. Беги, беги за ним, беги, беги, беги. Да всё, он уже убежал. Ну хорошо, хорошо, вот такие катки мне по душе. Давайте еще одну, сейчас сделаю паузу в записи.